потому что гололёд. Мама, он меня не учит. Россия, здравствуй. Звучит твое счастье, наша новогодняя колбаса. Эмси Вспышкин и Никифоровна сделают вам Мэри Клизмас. Нашу лотерею. Мне так. Самый маленький стул дали. Давайте, значит. Самая большая. Давай, вытаскивай ты. Ой, я даже маску хочу. А, нельзя смотреть-то точно. Я думал, да. Давайте. Я первый. Одну бумажку, одну. Так одну. А что, никак, нафига. Да вот так у нас тут некогда, потому что. Я одна бумажка. Этой бумажкой подтирать какашки. Выкини ее. Опа, это жопу подтирать. Да. Это твой приз. Одну. Это мое. Читай. Так. Нихуя себе. Ну. Набрать случайный номер с цифрами Нового года и поздравить с Новым годом. Примеры. 22-2017. Тебе нужно набрать любой номер придумать, чтобы было там 2017. И просто сказать. С Новым годом и бросить 8. Можно трубку. Пошлют подальше. С Новым годом! Спасибо. Все. Какой номер-то?
Номер какой? 910-956. Да нет, номер приза-то какой? 910. Последний человек. Пятый. Точно? Точно. Итак, что же у нас? Пиво, пиво. Сухариками пиво. Подарю кому-нибудь пиво. Нет, номер пятый. Это у нас конфеты. Конфеты. Вот такие конфеты тебе мы дарим. Браво! Дочь, это... Ничего не делай. Повезло. А номер какой? А номер приза? А номер? Так тогда ничего не надо, и номер оставить. 8. Сейчас посмотрим. А когда почему ты счастлив? Ничего не делаешь? Давай, Настя. А потому что я ничего не делаю. У меня сабля. Так. Это у нас идет сгущенка. Я не люблю сгущенку. Я буду пить чай. Давайте я тебе поиграю. Электронка играет. Аня. Сейчас я играю. Ну, брысь. Мне не надо еще. По всем. Одним ударом. По так, всем полам. Дай. Нарисовать закрытыми глазами снеговика. Нарисовать закрытыми глазами снеговика? Да. Он сам дырявится. Ага. Так. Ух ты. Какой. Красавец. Нарисую, ладно, не важно, нарисую Диснейбинка. Это у нас шляпа, да? Лапы не забудь ему нарисовать. Так, это пуговицы, походу, были. Вау, проявился. Вроде все. Много пил. Ну все. Браво! Пережал тебя, снеговик-то, пережал. Куда ты, какать? Так, у нее жевательная лента. Да, где он там? Кушать пойдет. И пускай. Он кушать хочет, Оль. Иди. А, мама иди играет. Так. Чего ты хотела тоже так подумать? Так, дай хоть мешок мне дал. Одну. Да я понимаю, что здесь. 7. Так, значит, выбери на улицу. Так. Что наши сделать? Выбеги на улицу и скача на одной ноге вокруг дерева. Вот так вот скачи и говори, надо меньше пить. Надо меньше пить. А, да? Можешь в подъезде, давай в подъезде. Я могу вокруг дерева, надо да, нет, там. Давай. А вообще, надо меньше пить, господа. Так, и Ольга выиграла кофе. Опа, набрала! Ой, спасибо. Будешь пить? Надо меньше пить. Я поделюсь с тобой сгущенкой, а ты поделишься кофе. Так. Давайте снимаем телефон. Одной рукой сложи. Лист бумаги. Одной рукой сложи лист бумаги. На, иди складывай. В 4 раза? Да. Да. 4 раза складывай. Раз. Два. Три. Ну и 4, все. Так, номер у тебя 4. И ты выиграла чай. Держи, вот такой чай. Складывай. Сядь играть. Теперь, значит, я спеть песенку или рассказать стих о Новом Годе. Номер 2. Да, в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Я буду елкой. Так, номер 2. Ты плохая. Так. А ты хороший. Блин. У меня печенье. Вот такое вот печенье. Печенье. Что, мы играем? Выбеги на улицу и прокричи с Новым годом. А каждый год такое. Держи. А номер-то какой у нее? Вот меня как... Я прет, просто, Надя. Я прет, потому что Новый год тебя прет. Я... Ой.
давай кричи. С Новым годом! Ну, меня пол Костромы услышала, нормально, короче. Угу. Можно добавить. Номер 3. Лимон. Я выиграла лимон. Егор, ты кислый. Я весь. Он так упадет. У вас сгущенка. Что, с лимоном и с кофе. Ничего не делаю. Ошибись. Номер? 12. А почему он ничего не делает, я не понимаю. Значит, Ася, не веришь. Ты выиграл сок. Вот сок тебе выиграл. Вот сюда, а может, мне на похмелочку? На сушничок на утро, да? Изобрази символ Нового года. Вот сука. А, петушок. Номер 6. Настя, смотри, вот так вот, Настя. Кукольник! Сколько мы Я тебе показал, как надю. Вот. Короче, слушай меня, слушай, послушай, по-моему. Илья, вот иди. Короче, ко-ко-ко. Так не так, я сейчас сказал, пожалуйста, слушайте меня, слушайте, а потом, слушайте. Кукареку, сука, шапка на боку! У тебя на боку уже надо нюха. Номер 6, сгущенка шоколадная. Ты, Надюха, хватит жать, Надюха, хватит жать-то. Сгущенки-то, понимаешь. Бомбочки! Это не яйца, тетя Лена кормит. Не, тетя Лена кормит, правильно. Айка нарисовала снеговика, не 13. Так. 13. Увидись с закрытыми глазами нарисовать елку. Вот, рисуй. Ты художник просто, понимаешь? Может, ты художник? А я уже все убрала. Ты художница? А, я уже все убрала. Давай вот если честно, она не должна быть беспроигрышная. Давай я тебе так, потому что мы нихуя не делаем, получаем подарки. Это почему подарки? Такое за слова такие? Нихера, нифига не делаем, Елена Александровна. Извини, так, пожалуйста. Еще раз скажи, какой номер? 13. 13? Ты что? Ой, даже как тебе сказать. Снова лента. Ага. Ту фраер, да, Егор? Что за лента? Что такое лента? Ну, это я так называю. А, фарусю лента. Так, поздравь всех с праздником, как грузин. Как грузин. Да, сейчас дядя Лев покажет. Номер какой? Как грузин. Я не могу так, как я. Давайте я лучше, давай. Номер какой? Давайте я лучше, а. Здравствуйте, давай я лучше, а. Давайте я. Ну давай я, Натуря, ты посиди. Давай я. А подарок твой будет. Ну давай, давай. Дорогие женщины и пацан вот этот, фраерок поменьше. Поздравляю вас с новым 2017 годом. Желаю вам здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Слушай, да. Почему ты улыбаешься? А ты чё в маске? Как дед насрал в коляске. А маска тебе к лицу, дорогая женщина. По-кавказски надо говорить, по-кавказски, слушай, а? А я чё? Ну чё ты? А я-то уже поздравил в натуре, давай подарок. Подарок, сок. Вон дядя Илья, дайте его. Нет, дядя, я уже всё разыграл. Это тебе, Егор. Совсем что, брат, тебе. Так. Фрейрок маленький. Кристинка дальше играет. Кристина. Присесть три раза, держа себя за уши. А номер какой? 9. А куда это? Раз, два, ой, какая молодец, три. Господи. Все. А я еще за Егора делаю. Ага. Браво! Коль покинула... Отвага, страхами душа полна, туалетная бумага быть с тобой всегда должна. Ну хорошо, в дом, Кристин, в дом ее вознесем. В дом, то есть дальше дома не уйдет, нормально, молодец. Так, тут осталось еще две. Я играю, да? Да, я. Так, изобрази пьяного Деда Мороза. А номер один у меня. Кофе, а кофе-то нету. Нет, это 7. А-а-а. Оно уже прошло. Ну все, как я буду изображать? Я! Пьяного Деда Мороза. Давай, сними, сними. Пока. Не знаю. Ты! Снимем. А? Тебя снимем. А как изображать его? Ты как раз в маске. Давай, надеюсь. Я... Шеи нету? Я не знаю. Изображать я! Я изобрази, подожди. Я! Подожди, Егор, аж. Ничего. Да. Это какая квартира? Говорят, Дедушку Мороза, блядь, блин, вызывали.
Вот тащу вот с Великого Устюга. Вот обошел уже сотая квартира, извините, напоролся. Давайте вот, что осталось от подарков. Это куртка в волосах вся. Подарю ему, подарю эту куртку самому фраерку вот этому, который сок пьет. И спасибо не говорит. Вот, да я шучу, это мы-то уберем. Отсюда вот так вот уберем. Ну что же вам подарить, дорогие мои милочки? Вот, а я Девушка Мороз, кстати. Да, с Устюга я прискакал, блин. Да, ты сотая квартира, девки, и вот трезвый до сих пор. Ну, чуть-чуть, сейчас если нальете. Уж, ну, за новый-то год. Ну, короче, что вам сказать? Ну, с Новым годом. Спасибо. Вы нормальные такие, прикольные чувишки. Фраерок с подарком уже кушает, пьет. Вот, а это, так письмо-то пришло ко мне, вот. Твое-то. А ты что думал? Да, это у меня вот осталось. Вот раздели все, суки. Это у меня вот осталось. Ну ладно, все. Все, типа, мыло. Тебе, Лёва. Тот самый момент, когда ты играла, тут такое мыло. И я за Егора. Бумс, Костин, вож. Ой. Так. Может, мама поиграет? Нет. Последний. Я все выпил. Я не пью вина. Это? Егорка, не стукай меня. Вы серьезно? А что там? Спеть песню кавказским акцентом. Дядя Илья! Пожалуйста, можно? Да, можно, только мой подарок будет. Нет. Нет. Та что я? В лесу родилась елочка. В лесу наросла. Ты что, поп? Почему? Ну так что, они так поют? Ну что стукаешься-то, Егор, больно ведь?